Так. Ребят, наш ребенок поехал домой. Его зовут Захар. Эй, козленок. Привет. Морда красивая, мамина. Девочки, спасибо огромное. Спасибо. Когда много-много игрушечек, можно играться любой на выбор. Но есть кое-кто недовольный. Какой ты умничка! Вот это чудеса! Вообще, парень старается. Как Захару вкусно. Захар никогда не видел таких свиных ушей. За ушами своими аж трещит от вкуснятины. А ума другие интересы. Ему бы с игрушечкой поиграть. Альма. Альмочка. Куда ты его тащишь?
свиного. Я 3 апреля. Вот угрозил на шахту. Полгода. Вот меня полгода было. У нас 15 лет жила, мы подобрали. Кто там? Лёх? Марта, передай привет.